В Гагаузию 18 октября с официальным визитом прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В новейшей истории гагаузского народа это значимое событие, потому что в Гагаузии завершено строительство многих объектов, которые в виде братской помощи были построены Турцией. В день пребывания президента Турции в Камрате центральная городская площадь была заполнена массовым количеством людей, которые, держа в руках флаги Турецкой Республики, Республики Молдова и Гагаузии, создали красочную картину. Венцом всей картины была огромная сцена, оформленная портретами Эрдогана и приветственными словами в честь высокого гостя. К жителям Гагаузии с приветственными словами обратились Башкан Гагаузии Ирина Влах, президент Республики Молдова Игорь Дадон и президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган. Ирмидюрт Илгери, Масус, Тюрхе, Джумхурьети, Хатырынын, Бизим топрамызда, Кан, Дюкюльмезди. Официал Анкара, дипломатик Ярдымыннан, Гагауз Баамсыз Молдова Девлетинде автономия Каблеттелер. Бундан сорада Тюркия Гагауз Халкынын хеп янындайды. Тюркия тарафындан бюк ярдымнар вердилер кулайлык бизим регионда ени социал культура объектлерини дюзмя. Республика Турция сыграла очень важную роль в обеспечении стабильности этого региона. Мы были на грани большой трагедии здесь, на юге страны. Но благодаря и вмешательству, и мудрости наших партнеров из Турции мы смогли все-таки решить проблему. Было сделано очень много, мы преодолели очень много трудностей. Есть еще нерешенный вопрос. Это касается в основном исполнения закона об особом статусе Гагаузии. Я буду делать все возможное, чтобы договоренности начала 90-х были применены на национальном уровне, в национальном законодательстве. Келечекин, комрадта! Büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz. Proje bitmek üzere. Okuluyla, yurtlarıyla, kapalı spor salonuyla, basket alanıyla, voleybol alanıyla, tenis kortlarıyla, evet. Buraya bu muhteşem eseri kazandırıyoruz. Gökoğuz yeri buradaki tüm gençlerimiz için parlak bir gelecek sunabilecek altyapıya sahip olmalıdır. Bugün hastanemizi açtık. Gayet muhteşem. İçindeki tüm modern araç gereçleriyle beraber, tomografisiyle, ultrasonografisiyle açılan bu eser, inanıyorum ki Gagavuz yeri halkını çok daha rahatlatacak. Bir yerlere gitmenize gerek yok, hastaneniz burada. В итоге своего выступления Эрдоган дополнил свою речь словами из гимна Гагаузии, акцентируя, что гагаузы должны гордо держать свое знамя над головой и беречь земли Буджака. Biz Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan 300 milyonluk büyük bir aileyiz. Marşınız ne diyor? Bayrağını yüksek kaldır. Sen benim pahalı halkım. Ne zorluk seni kırdı, ne zaman dolaştırdı. Allah'ım koru toprağı, Gagauz eri bucağı. В качестве члена турецкой делегации Гагаузию в этот день посетил примар турецкого города Измит Невзат Довган. Турецкий город Измит является побратимом гагаузского города Чадырлунга. О том, как сотрудничают эти два города, рассказывает турецкий гость. Çocuklardan, kadınlardan, büyüklerden, herkesten kucak dolusu sevgi ve selamlar getirdik. Komrat'a, Çadırlunga'ya, Gagauzya'ya. Biz İzmit Belediyesi olarak 2011 yılından beri kardeş belediyeyiz Çadırlunga'yla.
Çadır Lunga'da güzel işler yaptık. Çocuk oyun parkı, spor alanları, çeşme. İşte bugün yine onun içinde geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız da buraya geldi. Burada yaptığımız, Çadır Lunga'da yaptığımız çocuk parkını İzmit Çadır Lunga Dostluk Parkı'nı açtık. Невзат Давган во время визита турецкой делегации в Гагаузию сопровождал его коллега, примар муниципия Чадырлунга Анатолий Топал. Он отметил помощь, которую оказывала Турция Чадырлунге в сложное время. Турецкой республике, начиная от президента Демирели, очень большая помощь была конкретно оказана городу. Это в свое время за счет турецкой страны была проложена новая водопроводная сеть у нас в муниципии Чадырлунга. Если говорить ближе уже к президенту Эрдогану, то это в 2016 году у нас, когда было наводнение, были затоплены свыше 100 домов. За счет средств, которые выделила Турецкая Республика, была очищена речка Лунга. Был построен новый многоэтажный дом для семей, которые остались без жилья. Сегодня буквально у нас при финансовой поддержке мэрии Алтын-Да и муниципалитета в Турции был сдан новый корпус дома престарелых на 32 место, где наши пожилые люди будут иметь все современные условия для того, чтобы нормальный уход был за ними. Огромную значимость и важность визита турецкого президента в Гагаузию подчеркнули видные деятели автономии Дмитрий Крайтор, ныне советник главы автономии Георгий Лечу, депутат Народного собрания Гагаузии, Борис Новак, депутат Народного собрания, несколько созывов. Наша автономия образовалась в составе молдавского государства, как вы помните, в 1994 году в декабре, и с огромной помощью турецкого государства. Девятый президент Турецкой Республики господин Сулейман Демирель очень многое сделал. И сегодняшний визит господина Эрдогана мы рассматриваем как продолжение того, что Турция помогла нам в те далекие 90-е годы. Я считаю, что это действительно огромное событие. Если взять Турцию, Турция – это огромная страна. И последние 20 лет экономика сделала очень большое развитие. Мы очень любим наш братский турецкий народ и говорим добро пожаловать. Мы очень рады, что он нас уважил и посетил нашу маленькую республику. Нас, гагаузов, мы от имени интеллигенции все приветствуем его. Надо понимать, что сегодняшний приезд – это толчок к экономическому развитию, взаимоотношения между нашими странами и тем инвестициям, ожидаемым в нашей стране, которые мы предполагаем, будут исчисляться сотнями миллионов евро. Для экономики нашей страны это более чем актуально. Я уже не говорю о связях культурных, социальной сфере и в других сферах, что мы тоже будем поддерживать, что имеет тоже для нас огромное значение. С гордостью отмечаю то, что те наши жители Гагаузии, Касипа Михайлович Топал, Кендигилян, Гагауз Халкы и весь гагаузский народ 90-е годы, конец 80-х, создали Гагаузию. И благодаря тому, что есть автономия, благодаря этому с нами считаются. Более того, Гагаузия заслужила большой почести, что Гагаузия не дала возможности Молдове уйти в Румынию. И еще более того, сегодня прекраснейшие отношения Республики Молдова с Турцией, опять благодаря через Гагаузию. Вообще, знаете, маленькая Гагаузия, а какую важнейшую роль она играет в мировом порядке. Я горжусь, спасибо. В ходе визита президента Реджепа Эрдогана в Гагаузию в Камрате были торжественно сданы в эксплуатацию после реконструкции капитального ремонта городской дом культуры, новый корпус Камратской районной больницы, дом творчества и круглосуточно работающий детский сад. В Чадырлунге – дом престарелых. Во всех церемониях открытия объектов принимал участие господин Эрдоган. За большой вклад в дело в развитие братских отношений между турецкими и гагаузскими народами президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган был награжден высшим орденом Гагаузии «Гагаузьери».